Зачем ты сейчас разжать? Не-не-не-не. Костюм испортит. Блять. Доска есть где-то. Вон палку взять с этим, с гвоздем, по башке дать, но на руку не пробить руку. Да. Не, по башке не надо его бить, надо просто ему в рот ставить. А вот доска. Дай еще палку руку, Макс. Блять. Может ему мозги отрезать? Раз уж пошла такая пьянка. Ну терпи. Аккуратно, костюм. Снизу, снизу. Не держится. Блять. Ай, блять! Ай, сука! Ну там вторая пасть! Да, блядь! А ну-ка, подожди, 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 все, не трогай, дядя! Подожди, подожди. Ай, блядь. Тихо, тихо, тихо. Может, давай по башке, долбани ему? Не-не-не, не надо, подожди, он меня схватил второй пастью. Тихо, 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 тихо. Давай его убью нахуй. Да убей там по башке, дать ему гвоздем. Ну, сейчас, я подожди. Блять, ну чем его расковырять? Ебаный ты в рот, а? Тихо, вот ножом пасть разрезать. Попробуй, да, давай. С этой стороны, со стороны стола, или с той, с твоей. Или с твоей, Андрюха. Блять, еще хуже у меня хватает, Андрюха. Видишь, у меня на вторая пасть. Да хуй там, что ли? Блять, черт. Видишь, у него вторая пасть там. Ага. Ай, блять! Ох, сука. А, не это самое. Пиздец. Oh God. Твоя Дима. Фу, бля. Блять. Повезёчек, ты чё пугаешь народ? Залез, блин. Залез за этот фигурой. Видишь, у него вторая пасть, Андрюха. Ага. То есть вот это он проводит, вот это вот. У Марины такая же херня. Видишь, вот она. No. Маленькие зубы, смотри, вот они. Ну понятно. Видишь, вот. Отец сасывает. Там. И он заглатывает. Вот видишь, он мне руку, бля, пробил. Ну. Отец. Какая хуйня. Вот у Марины такой же устройство, как называется. Костюм надо будет мне, кстати, проверить. Видишь, и здесь пробил мне. Отец, ну. И здесь по пробивам мне все. Я хотел за кирку, раз у меня сипанул. А что ты по локоть суешь туда? Я, честно говоря, не думал, что он хватанет. Да никто не думал вообще. Ну, блин, черт. Да я не черт. Доставайте теперь его, блин. YouTube сейчас будет номер один. Повесючек руку засунул. Иди, чувак, я с тобой сфотографирую. Да, подожди, я видео вырублю тогда.